Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в GTA 4. Здесь мы на нашем канале играем как в новый, так и в ретро, потому что хорошо забытые игры — это не всегда очень плохие. Так, мне надо телепортироваться. Так, поездка совершилась. Ой-ой-ой. А, кстати, мне, по-моему, миссия будет здесь потом перебить их всех. Ладно. Так, тихо-тихо. Прогрузка. Ну, беги. Воин невидимого фронта. Блин, а где? Вот внизу? Наверху? Ё-моё. Нико Белик. What do you want, Dmitry? I always thought that there was something not quite right about you, Nico. Что ты хочешь мне сказать? Ты дружишь с ребятами вроде Брюса, ну и чё, твое кое дело? Не зли меня. Мы можем работать вместе, ага. Я дам тебе работать. Прощай. Все. С такими козлами не надо сусолиться. Давайте возьмем миссию. Сопли мазать не надо. Просто берем и идем. Направляйтесь к мысу, мы должны быть лучше солнца. Ну что, едем, так едем. Что нам, объехать это надо, да? Объехать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте поездку немножко прокрутим вам. Так, прибыли на место. Это место не хуже остальных. Да, я с тобой полностью согласен. Омикрон, блин, ё-моё. Эй, сморчок, справа на борту симпатичные мальчики. Так, забей, не такие же симпатичные, уродливые русские. Не похоже, чтобы у них была увеселительная прогулка. Ой-ой-ой-ой. Ложись, придурок. Сейчас еще догонять их надо? Убейте людей Дмитрия. Господи. Следовать за ними. Ну вот и начинается наше приключение. А так как гонщики охреново, особенно на воде, тут еще и повороты. Блин, давай! Ну, прибавь скорости. О, кого-то свалил. Где руль-то? Кто рулевой там? Блин, по ходу дела только это единственное, кого свалило. Дальше придется ехать за ними до Талова. Ёб твою мать. Давай. Набирай обороты. Раскачивайся, давай. Эта херота сейчас еще петлять начнет, так это вообще жесть. Так, вон он, прыгает. Но нам-то этого не надо, прыгать. Нам надо догнать этих тварей. А прыжками делу не поможешь. Давай. Блин, что за прогрузка? Опять до определенного момента гнать нам надо будет. Опаньки, как я увернулся с грехом пополам. Ну вот так вот потратили сколько-то. Ничего страшного. Блинский, давай выворачивай. Куда мы едем-то?
Менты еще. Ну ладно, я на воде. А если береговая какая-то охрана? Давай. Ну, пожалуйста, давай доедь до них. Это я заметил, они всегда он немножко впереди держатся. Значит, действительно так задумано, что они меня куда-то приведут. Вот только куда? А вон это береговая охрана. Хорошо, что-то я не стреляю, так бы еще и от них бы уматывать пришлось бы. Я так понимаю. Ой, 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 вот это они их взорвали. Едем. Куда ты? Куда ты? Вот, причалили. Добраться до берега. Они убегают. От меня не убегут. Давай. Проследите за человеком и убейте его. Так, проследить. Давай, проследим. Ой-ой-ой. Нифига себе проследить. Вернитесь к Берни. Господи, это называется проследить? У меня, кстати, что-то письмо какое-то есть. Сообщение. Никто на встречу с Женей, оденься прилично, костюм, галстук, туфли, все дела. Я и так со всеми делами уже красиво выгляжу. Все женщины мои. А вот этого петушка можете себе забрать. Так, наш благородный герой возвращается со сражения. Я даже с тобой разговаривать не хочу, тварь. Закрой свой рот. Надеюсь, тебя пристрелят сейчас. Ой. Увидимся. Конечно. Надеюсь, ты сам доедешь там. Ну, слава тебе, Богу. А так, а мы телепортируемся к следующей миссии. Хоу. Итак, телепортация прошла успешно. Давайте возьмем миссию. Для встречи нам нужна модная одежда и туфли. А у меня что? Туфли. А у меня... Ладно. Вырежем кусочек. Так. Следующая попытка. А, было дело в ботинках. Все дело в туфлях. Надо были ботинки, а надо было туфли. Вот теперь я в черных туфлях. Модный парень. Да. Давайте. Кого вот куда отвезти? Я так понимаю, отвезти, но машина стоит. Сядьте в машину. Конечно, сядьте. Поехали. Что от меня требуется? Говорите сразу. Куда едем-то? Не бросайте Пагорина. Твою ж мать, мы что, забыли кого-то? Вот так вот всегда бывает. Ты не мог сразу сесть, животное? Куда ты? Сюда иди. Падаль. Господи, какие несознательные личности с каким-то рюкзаком еще? Что у тебя там? Давай, погнали. Да я уж погнал, один ты остался только, блин. Так, что? Минутку. Ну, так вот, потихонечку, полегонечку, да помаленечку. Так. Отлично, будем надеяться, что вы произвели хорошее впечатление на Ника. Надейтесь. Так, поездку давайте я вам брежу, чтобы это... Вам не мучиться смотреть, как я еду. Итак, вот мы прибываем к концу маршрута. Тут, я понимаю, у нас перестрелка должна быть. Вот сейчас и посмотрим. Хорошо, что я хоть немножко вооружен. Только лишь бы не догонялки. Ну что ж, смотрим. Дай ему винтовку, Марко. Думаешь, если что-то пойдет не так, не станет ширяться консервными банками?
Да нет, Кэп, держи. Давай. На халяву, все, давай. Ника, ступай наверх, там должно быть место, с которого откроется отличный обзор. Окей, на. Пока не нападут на нас. Все хорошо. Я тебя понял, чувачело. Забраться наверх. Занять место. Так. Где тут лесенка-то? Лесенка, вот она. Ну давай, 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 давай. Немножко такой, блин, в управлении. Это потому что центральный процессор сжирает много на запись видео. Так, ну так-то нормально двигаться. Так, вот мы заняли место. Ну, я, получается, позади всей этой банды, так? Или где? А, нет. Все. Защитите. Будем защищать. Раз, два, три. Давай посмотрим, кто нам и первый нападет. Кого первого вольнуть? Блин, ты чё, хрен попадешь? Да тихо, 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 тихо. Последний остался. Пока все нормально. Я, по-моему, своего подстрелил. Спасите его. Спасите. Что, спускаться? Ну, спускаемся тогда. Давай. Ты только держись там. Так, где он у меня? Вот он. Начнем с этого. Потом перейдем на более... Ох ты, кстати, вот смотрите, что тут. Опаньки. То ли к винтовке, то ли не посмотрел. Стояла тоже припаркованная. О, господи, вы что, меня все ждали? А вам не стыдно? На одного-то меня. Где? Где ты еще? Давай. Еще разок. Перебегаем. На. Так, сойдет вам. Опаньки. Что у нас здесь? Еще оружие. Нет, 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 нет. И когда ты в двух шагах от кучи сказочных богатств, он говорит вам, Бог подаст. Хитрый шанс. Ой, а. На. Ну, это я неплохо сделал, да? Ой-ой-ой. На. Давай, вот здесь вот они должны быть, падлы. Вон они. На. Вот так вот. Сойдет? Утихомирился? Получил. Давай, кто там? Рейн погиб.
Хорошо, переигрываем миссию. Повтор. Или что, со снайперки его там сильно надо окружать. Потом сильно поди бежать надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, пробуем. Еще разок. Защитите. Всех там перебить потом, что ли, только. Как? Попробуем так сделать. Сначала вот этого, наверное. Который ближе всех. Спасите. Нет, все-таки я думаю, надо бежать. Так что, раз его надо спасать, значит, надо бежать. К нему бежать. Или там оставаться надо было. Перебить сколько-то. Ладно, если сейчас не получится, попробую так, оставаясь там. Ну-ка. Первый есть. Второй есть. Высунься. Есть. Надеюсь, все здесь. Так. Да, да. Все хорошо. Где ты там? Надеюсь, я тебя пристрелил. Да, конечно. Пристрелил? Еще. Давай, на. Блин, он где-то здесь в коридорах. Давай. Пока нормально, нет? Тихо, 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 давай. Я продвигаюсь. О, броник. Как прикольно. Нати. Давай, где-то он здесь. За поворотом. Тихо, тихо, тихо. Че, больно? В живот угодило. Ну, теперь потихонечку езжаем. Тихо, 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 тихо. Сюда, аккуратненько. Надеюсь, здесь выход есть. Господи, я должен был за ними ехать. А я думал, наоборот, от них смыться. Господи. Не дай этим тварям удрать от тебя. Блин, я от них, наоборот, убегал. Тебя спасал, тварь. Спокойно, спокойно. Не кричи. Блин, блински. Где тут выход? Где выход? Я хоть правильно еду. Видно правильно. Раз по мне стреляют. Так, будем. Господи, на этих территориях, что ли, воевать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Вот, на дорогу. Хоть какая-то, хоть какое-то подобие дороги вышло. Так, сюда. Сюда, сюда. Блин, блинский.
Да спокойно. Как-то это дело надо объехать. Вот посюда. Да спокойно, ты не кричи, помеха. Больше кричишь. Не упустите бандитов по вану. Хорошо, попробуем не упустить. Только я думал, сначала драть надо, потому что спасать же его надо было. А теперь не упустите. Они наверху. Хорошо. Хорошо. Так, ты должен идти, Ника, с пулей в животе, я не смогу пошевелиться. Ну, не шевелись. Дай-ка сначала разберусь с ними. Вот сюда тебя припаркую, тебе нормально будет? Вот так. И вот так еще. Да по ногам-то. Так, все, теперь начинается настоящий бой. Где я на меня? Кто на меня? Да здесь, а. Выходите по одному. И ты тоже давай. В бошку. Я надеюсь, по крайней мере, что в бошку. Бежим сюда. Где лесенка? Так, мне нужна лесенка. Вот она. Ну-ка, никаких разговоров про меня. Всем выйти из сумрака. Ой-ой-ой. Так, соберите подарок Пагарина. Пагарина, надеюсь, правильно прочитал. Давай посмотрим, что за подарочек. Лучший мой подарочек — это ты. Все, вниз бежим. Сваливаем. Ну, смотрите, никого на обратном пути. Какая прелесть. Ну, аптечка халява, то чего нет-то? Опаньки. И вот так могу кувырок. Я думал, надо было от них убегать. А тут, оказывается, надо было за ними ехать. С пули. Отвезите домой. Надо к врачу его везти. А тут домой. Ну ладно, телепортируемся. Итак, почти привез этого козла. Все, с пули в животе, иди домой, подыхай там. Среди родных и близких. Я сделал свое дело. Сохранение данных. Ну все. Увидимся на следующем видео. А вы пока можете поставить лайки и написать свои комментарии. Пока.